Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим модель полуприцепа рефрижератора Krone Coolliner в масштабе 1 к 43, который выпускался компанией Mini-Chem в начале 2000-х годов. И этот полуприцеп предлагался в двух вариантах. Это полуприцеп-рефрижератор с термоустановкой, как видите на этом видео, а также полуприцеп, так называемая тентованная шторка. И в каждом из вариантов было выпущено всего 1008 экземпляров. И также эти полуприцепы ограниченные партии предлагались в сцепке с тягачами. Например, вы могли купить тягач Mercedes-Benz Actros в дилерском исполнении с данным полуприцепом. Также вариант почтовой службы DHL, вариант Fulda. Варианты в нескольких окрасках. И самый редкий вариант это был тягач Scania с полуприцепом. И, в принципе, сейчас тягач Scania очень сложно найти. Я видел, он недавно продавался на аукционе, и цена на него начиналась с 300 евро. И эту модель сразу купили. Эти полуприцепы также иногда встречаются на аукционах, но цена стартует со 100 евро. И, в принципе, этот полуприцеп максимум держится 2 дня, его сразу покупают. Очень хорошая модель полуприцепа, и если сравнивать эту модель полуприцепа с другими полуприцепами в масштабе 1 к 43, то можно смело сказать, что это самая детализированная модель из серийно выпускаемых. Такие полуприцепы предлагает компания Eligor, также советские полуприцепы делает наш автопром или Start Scale Models, но по своей детализации они не могут конкурировать с данным экземпляром. И давайте рассмотрим сам полуприцеп. Полуприцеп я покупал в цепку к своему тягачу MAN TGA. На этот тягач я уже делал видеообзор, кому интересно, может найти видеообзор на моем канале. И этот полуприцеп, как видите, выполнен в варианте рефрижератора. Сам короб сделан из пластика. Видите, очень аккуратно методом тамповки сделаны надписи на полуприцепе. Рама полуприцепа выполнена из металла. Есть штырь, видите. Также опоры у данного полуприцепа сделаны выдвижными. Вам надо выставить фиксационный штырь, и опора опустится в другое положение. Когда у вас полуприцеп стоит без тягача, тогда их можно выдвинуть, и он не будет падать на один бок. Есть ящик для различного инвентаря. Он также выполнен отдельной деталью. У ящика снимаются его боковинки. Туда можно что-нибудь положить. Но они довольно сильно фиксируются, поэтому я их не буду снимать. Очень хорошо детализированы колеса. Видите, также детализированные покрышки. Очень хорошо проработана подвеска полуприцепа. Видите, есть имитация пневмостоек. Также имитация тормозных систем. Различные вакуумные шланги, вакуумные трубки. Есть имитация запасного колеса, имитация башмаков, также отдельный ящик для инструментов. Очень хорошо проработаны задние фонари. Видите, есть сектора поворотников, сектора заднего хода. Также отдельно сделаны габаритные огни. Очень хорошо проработаны задние створки. Видите, петли, замки. Все это очень красиво сделано. Спереди имеется имитация термоустановки, термокинг, она также очень хорошо проработана. И прицеп, несмотря на то, что его борта сделаны из пластика, довольно увесист и тяжел. И как видите, этот полуприцеп очень хорошо смотрится с любым евротягачом, но при желании вы можете его поставить на какую-нибудь советскую технику. Например, могу вам показать, как он будет смотреться с супермазом. Например, с МАЗом 5432. И как видите, в сцепке с МАЗом он тоже смотрится довольно интересно. Но опять же, повторюсь, что именно с евротягачами он смотрится наиболее гармонично. И видите, все-таки МАЗ, у него кабина не такая высокая, поэтому он смотрится немножко не к месту. Но, тем не менее, если у вас будет возможность приобрести данный полуприцеп, то смело покупайте. Очень качественная модель. Со временем они будут только дорожать. И лучшего варианта полуприцепа в масштабе 1 к 43 вы просто не найдете. С такой детализацией таких полуприцепов просто нет. Спасибо за внимание. Это был обзор полуприцепа рефрижератора Krone в масштабе 1 к 43 от производителя Mini-Chems. Увидимся в следующем видео. Всем пока!